следующем году, за 2 года до чемпионата мира, пройдет презентация официального талисмана. Мария Шарапова вышла в третий круг Уимблдона. Без особого видимого труда Шарапова на центральном корте обыграла 123-ю ракетку мира Рики Хогенкамп из Нидерландов 6-3, 6-1. Матч продолжался немногим более часа. После победы Шарапова отметила, что в некоторых геймах она торопилась и не могла найти ритм на подаче. Отсюда 7 двойных ошибок у Шараповой. В третьем круге Мария сыграет с Ириной Беку из Румынии. Ну и сегодня в Лондоне сыграют оставшиеся матчи второго круга, в частности, свои поединки.